освобождаю пространство, прощаюсь со стиральной машиной. Муж позвонил и сказал, что везут нашу стиралку и варочную панель. Вообще-то, по идее, должны были вечером приехать, и муж должен был быть дома. Но сказали, что они поблизости находятся и могут привезти пораньше. Вот, поэтому сейчас мне нужно будет немножечко отодвинуть стиралку вперед, освободить здесь все, чтобы они это унесли и сразу установили другую стиральную машину. Поэтому сейчас буду заниматься этим, и еще нужно будет мне освободить полочку под варочной панелью, чтобы там тоже установили легко и быстро. Вот, вот такая вот стиралка у меня была, 7 килограмм, LG, прослужила практически мне, ну, почти 10 лет. Я ею довольна и прощаюсь с ней. Здесь тоже освободила полочку, чтобы можно было им легко и установить, и также забрать вот эту вот варочную панель. Тоже прослужила так же, как и стиралка, почти 10 лет. Поэтому потом обязательно покажу, как будет смотреться новое. Вообще, девчонки, когда здесь свет падает, прям такие вот сильные царапины видны. На самом деле не все так страшно. Айкарамчик тут у нас завтракает. У него чай и горячие бутерброды, тосты. Там новую плиту. Так жарко. Жарко? Ну, я специально заставляю им чай еще пить сверху, чтобы не было сильно все с сухомяткой. И сейчас, кстати, я мариную курицу покажу вам. На вечер тут крылышки куриные, вот с этим вот соусом, который я вам показывала в прошлом влоге. Очень вкусно получается, девчонки, именно этой фирмы. Они вообще разные бывают, но как-то я взяла, и мне не понравилось, сразу выкинула и купила новую, проверенную. Так, дальше здесь у нас паприка красная, черный перчик и зубчик чеснока. Это все сейчас хорошенько перемешаю и поставлю в холодильник до вечера. Если плита все нормально установится, все будет хорошо, еще сделаю отварной рис. На 15 минут они и сказали, что после того, как программа закончится, можно уже спокойно делать стирку. Вот так вот она у нас здесь вписалась. Вот тут аквариум, рыбки. Что касается варочной панели, они посмотрели, здесь проблема в том, что варочная панель у нас на клею. Они сказали, что если мы сами достанем варочную панель, здесь все может потрескаться, поэтому муж сказал, что вы не трогайте, мы сами все сделаем. Вот, поэтому сегодня вечером после работы муж, наверное, будет с другом устанавливать. Вот, и вот они привезли новую. Так что вот такие вот у нас дела. По всей видимости, ужин я сегодня на ней готовить не буду, поэтому духовка мне в помощь. И сейчас буду заваривать себе кофеечек и наслаждаться. Тум-тум-рэр. Пока я наслаждалась своим вкусным ароматным кофе, который взбодрил меня, курьер привез нам новую посылку. Давайте вместе распакуем. И, как оказалось, в посылке у нас был заказ для Айкарама. Здесь у нас красивая пара обуви. Как вы можете наблюдать, фирма Adidas. Взяли такие вот симпатичные, я бы сказала, довольно-таки базовая модель на липучках. Все как любят дети. Симпатичная легкая обувь. Далее у нас в следующей посылочке идут детские носочки. И носочков много не бывает, поэтому пусть будет.
На мое удивление, очень даже хорошо подошли. Поставь ножку. Тебя, конечно, ну, всего искусали. Что это у тебя с ножками? Все, ладно, давай, Полис. Так, все, девчонки, курицу я поставила на сетку и решила в качестве гарнира, так как сегодня, к сожалению, не получится подключить варочную панель, в качестве гарнира я решила приготовить кускус. Его просто надо будет кипятком залить, и он в течение определенного времени приготовится сам. Вот, и сейчас, пока наша курочка готовится, я хочу поставить нам с мужем кофе. Нарезала нам арбуз. Вот такую вот большую красивую тарелочку. И вот это вот сейчас я отправлю в морозилку буквально на минут 5-7. Вот, пока кофе будет вариться, наш арбуз успеет немножечко, так скажем, охладиться. Мы лично любим холодный арбуз, дыню. Вот, и хотела, девчонки, в инстаграме показывала, и хотела еще показать вот эти вот печеньки фирма Лу. Вот. Можете заскринить для любителей печенек. Очень вкусные, девчонки, на самом деле, апельсиновые. И сейчас я вам покажу. А что оно у меня так проблемно открывается? Вот тут, короче, в два ряда идет. Такие вот. Очень вкусные, свежие. Реально как домашние, апельсиновые. И немножечко тут есть еще джемик. Советую попробовать, очень вкусные. Я, наверное, буду сейчас уже варить кофе, меньше болтать, потому что как бы муж ждет. Вот. Сейчас покажу вам курицу на сетке. Я сделала, уже показывала, с каким соусом. Девчонки, просто отпад получается. Обязательно пробуйте. Девчонки, снизу я поставила фольгу, потому что вот эту картину, если без фольги ставить, потом все придется отмывать. Еще я добавила растительное масло. Вот он именно дает такой эффект. И красненькие хрустящие крылышки получаются. Так, и вот, посмотрите, какие у нас аппетитные ароматные крылышки получились. Прям домашний шашлычок такой получился. И здесь уже на готове гарнир. Это единственное, что можно было приготовить без плиты. Тут у меня еще масло, которое сейчас растаять должно. Вот, так что такие вот дела. А нам всем приятного аппетита. Так, девочки, мою кухню в таком состоянии вы еще, по-моему, никогда не видели. Нам, в общем, заменили плиту. Вот, вот такая вот у нас теперь симпатичная, красивая. Надо бы, правда, протереть. Вот, и для того, чтобы установить ее, мне нужно было освободить здесь полочку и все здесь. Та-дам! И все, что помещается в этих полках, находится здесь. Поэтому, так, это почему включилось? Поэтому сейчас мне вот этот весь бардак нужно будет убрать. Ну, для вас это будет как один миг, а для меня, наверное, полчаса. Как минимум. Вот, но я уже очень довольна. Все работает, все функционирует. И наконец-то можно нормально кушать, готовить, супчики варить. Так, все, девчонки, наконец-то чисто. Я убралась, успела детей покормить, все убрать. Так, здесь тоже все в порядок привела. Заодно нижние полочки все расставила. А тут тоже все перемыла. И, естественно, здесь максимально разложила, как только это возможно, более-менее, чтобы аккуратно смотрелось. И сейчас уже выдвигаемся за бытовой химией. Нужно будет прийти все это расставить и ехать в киношку. Сегодня дети в кино хотят, поэтому поедем. Так, вот, девчонки, сейчас как раз заливала и думаю, да, сразу вам покажу. Вот здесь вот у меня идет отсек для кондиционера. Как видите, я залила уже полностью здесь. Вам не видно, но тут написано, короче, максимум. То есть максимум заливаешь до этой метки, закрываешь. И сюда же мы сейчас, давайте вместе с вами жидкий порошок нальем. Опс. Так. Скип у меня. Посмотрим. Вот сюда вот заливаем жидкий порошок. Вот видите, написано максимум. Как машину заправляем, короче. Довольно-таки много в себя берет, я вам скажу. Там
Так, давайте еще чуть-чуть. Все. Затем закрываем. И уже не надо каждый раз во время стирки заливать стиральный порошок. Тут все уже автоматически. Автоматический дозатор идет. И сколько нужно, столько берет. На самом деле функции тоже, девчонки, очень классные. А, так, сейчас включу. Я даже без инструкции все поняла. Включен. Так, сейчас покажу. Смотрите, тут, короче, идет эко-режим 40-60 градусов. И внизу написано время. Допустим, 2 часа 44 минуты. Затем котон, то есть хлопок. Час 27, отжим 1400, здесь можно регулировать отжим, все делать, короче, через смарт-приложение, то есть через телефон. Экспресс-стирка, быстрая стирка 15 минут, интенсив фуа, то есть интенсивная холодная стирка 2 часа 21 минута. И, короче, синтетика, деликатная стирка. Полотенчики, драп, то есть одеяло, потом шемиз, сорочки, рубашки, антиаллергенная, лен, уличная, короче, одежда, спортивная, цветная, джинсы, бэйби режим тоже есть, что очень классно. Такие вот программы, короче, очень классно, я более чем довольна. Так, а еще я уже привела себя в порядок. С мужем поедем в магазин. Мне нужно будет много бытовой химии купить. Все у меня закончилось. Это мы с собой забираем. Сейчас все это надо будет выкинуть. У нас здесь специальное место есть. Вот, а это мой аутфит на сегодня. Довольно-таки практично. Можно было, конечно, сюда ремешок. Мне немножечко шортики слабовато сидят. Так, талия широкая, кажется, но не суть. А Яска, ну-ка расскажи девочкам, ты в садик хочешь? Да. Или в Аканс хорошо? Нет, не хорошо. Не хорошо? Даже на сетях не еще. Да, мы потом обязательно покажем, да, у вас там ремонтные работы идут? Да. Ты моя девочка. Ой, моё. Собачка? Собачка, она девушка. Аляса, как будет каштацелем? Каштачка. Кыштачка? Кыштацелем. Кыштацелем. Совы дусанется. Пошли. Мы приехали в магазин Акцион. И здесь я всегда беру соль для посудомойки. Пойдем, Борис, прямо. Иди. Да, слайм мы с тобой в конце посмотрим. Я кошка, ну, сейчас возьмем. Пойдем. Да. Вот. Соль для посудомойки. Мусорные пакеты. И всякое такое. Очень часто беру именно здесь. Так, вот финиш. Именно здесь беру. Здесь 1 килограмм стоит €11. Так. Берем. И что, у нас тут и капсулы есть, и все на свете есть. Даже капсулы Ферри есть. Девочки, мы же в машине, ничего не поснимала, потому что ничего и не было в наличии. Вот, взяла только финиш гель, и Аяска себе взяла вот такую вот игрушку. Я даже не знаю, что это такое. На, открывай. Не могу я. Как не можешь? Ну, конечно, ты конфеткой занята, да? Так, у нас не получается открыть, пришел на помощь папа. Ничего. Не знаю. Мама. Давай свой мусор мне. Вот ты отвлекаешь папу за рулем со своими игрушечками. Так, все, папа открыл, держи. Ну-ка, давай папа, посмотрим, что там у тебя. Хотелка. Ну, там с куклой, наверное, да? Ой, да, это Дуду, короче, с одеялкой, чтобы ты укладывал. Ну, ты как раз в садик будешь с собой таскать. И даже не делай такое. Только Дудуни. Папа тебе еще собачку купил, да, Аяс? Не Дудуи с одеялкой. Вот такой Дуду. Он успокаивающий, там шарики такие. Oh, mon cœur, c'était un endroit absolument magnifique.
Мы мультик посмотрели, очень классный мультфильм был. Напишу здесь, как он называется, с детьми. Вообще самое это очень классно. Вообще дети смотрели на одном дыхании, им они заскучали во время фильма, это очень важно. Вот, а сейчас мы приехали в Бургер Кинг. Дети захотели. Ждем наш заказ, пока дети там играют. Алиас, ты обувь сняла? Вот, так что такие вот. Так что вот такие вот дела, как у нас проходят выходные. Молодец. Очень люблю вот эти круповые кольца. Место при этом всегда.